Цена только сегодня. Каждый день мы представляем один товар по исключительно низкой цене, действительный только одни сутки. Удачных вам покупок! Специальное предложение только сегодняшнего дня. Кардиган. Аристея, 1999 рублей, цена только сегодня. Друзья, я вот смотрю на кардиган, Лер, и вот так вот анализирую. Некоторые думают, что кардиган носят только зимой, да, когда холодно. Я уже третий день подряд в кардигане. Выезжаю из дома, вечером его также на себя накидываю. По-моему, сейчас тоже актуален. Ты знаешь, мне это кажется, что я вообще кардиган ношу круглый год, просто не снимаю. Ну, потому что, например, знаешь, для тех, кто не работает в офисе, пиджаки не очень, может быть, удобно носить, да? А вот кардиган такая вещь, которую набросил на платье, набросил на блузку, набросил даже с джинсами и с топом, и ты всегда и выглядишь стильно, и при этом чувствуешь себя комфортно. Такой вот универсальный, туда все. Итак, друзья, сегодня встречайте базовая вещь кардиган, который не будет висеть и ждать своего часа. Всегда будет с удовольствием носиться. Кардиган, который сегодня представлен в размерах от 48-го до 70-го. Три цвета на выбор, и цена только сегодня со скидкой в 1500 рублей. Кстати, у нас три цвета на выбор. Лерочка, скажи, пожалуйста, может быть, какие-то рекомендации будут, кому какой цвет посоветуешь? Знаешь, вот что интересно, Оль, когда кардиган даже с ярким цветом, но этот цвет уходит вниз от лица, а вверху на всех моделях мы видим светлые оттенки, мы можем выбирать любой. Тот, который вам нравится, тот, который больше подойдет в ваш гардероб по цветовой палитре, может быть, подойдет больше вам по настроению, почему бы нет. Поэтому здесь я не буду вам давать рекомендации и ограничений по выбору цвета. Мне хочется, чтобы, выбрав свой кардиган, вы получили универсальную, базовую, при этом очень стильную вещь. Ты прям такая яркая, заряжающая энергией и в то же время нежная. Мне очень нравится этот цвет, который для себя выбираешь ты. Слушай, ну сирень есть, он в заказе. Да, называется. Сирень при заказе. Есть у нас также голубой. Он более холодный, да, такой? Да, но здесь смотри только тоже, какой выбор у нас, Оль, по палитре и по тому, как комбинировать. Можно выбрать серый в комплект, можно нежный голубой, можно более темный синий, можно вот такой глубокий насыщенный цвет моря выбрать, такого грозового себе, да, в комплект. И то же самое с коричневым. А здесь вообще, посмотри, вот, да, я когда смотрю вот на этот цвет, у меня такое ощущение, что это вот кофе, знаешь, в который добавляют и добавляют молока, и он от самого темного становится максимально светлым. Красивый. Мне все нравится. Друзья, на самом деле я больше даже сегодня радуюсь за женщин, у которых большой размер. Ну, невозможно себе найти такие кардиганы в 70-м размере. А у нас на телеканале Shop & Show сегодня представлен кардиган Аристея от бренда Заря до 70-го размера. Скидка сегодняшнего дня 1500 рублей, цена 1999 рублей только сегодня. Успейте сделать свой заказ. Лер, а вот как размер подобрать? Ты знаешь, вот в этом кардигане есть такая особенность. Кардиган без застежки, да, прямого силуэта, поэтому он в любом случае у нас всегда будет чуть-чуть распахнут на нас, да? Чуть-чуть такой расслабленный вариант. Поэтому нам важно, чтобы он хорошо сел по плечам. Поэтому выбирать будем кардиган по верху. Вот какой верхний размер вы привыкли носить? Российский. Именно такой размер выбирайте кардигана, потому что бренд Заря работает по ГОСТу все 100 лет существования этой фабрики. Так что здесь мы с вами не задумываемся. Большемерит, маломерит, берем свой российский по верху. Слушай, я обратила внимание, что кардиган классно смотрится и с юбкой. Катюша там видела на ролики у нас в юбочке, ты с брюками сочетаешь этот кардиган, то есть он, можно сказать, совсем и сочетается, да? Ты знаешь, его по сути можно даже базовым назвать, почему-то принято думать, что базовые вещи это скучные, серые, однотонные, нет, вот такие стильные кардиганы тоже могут стать базовыми вещами, потому что база это то, что легко сочетать, например, с брюками, посмотрите, и Таня их тоже выбирает, они называются Аэлла, это брюки в восточном стиле, да, кардиган вроде бы в классическом, но при этом отличное сочетание. И блуза цветочная вписалась в гардероб. И юбка, посмотрите, карандаш, причем любого цвета. То есть вот смотри, как здорово, например, для женщин, которые работают в офисе, да? Вместо жесткого пиджака вы к своей белой блузке, к своей классической юбке наденете вот такой мягкий кардиган. Ну что ж, друзья, выбирайте готовые образы. Еще раз обратите внимание на кардиган, который сочетается абсолютно с любыми элементами одежды. И с юбкой покороче, и с юбкой подлиннее. Абсолютно любые элементы вашего гардероба будут сочетаться с кардиганом. Ну что ж, цена
только сегодня. Самое выгодное предложение сегодня на нашем телеканале. Любимый бренд «Заря», который обожают все наши телезрители. Сегодня кардиган до 70 размера. Успейте его заказать как можно скорее. Так, еще, смотри. Лера, все думают, если вязаный кардиган, значит, будет добавлять объема. Ну, вязка – это логично, да? То если вязка объемная, если вязка толстая, то, конечно, такие вещи действительно нам, как правило, объем добавляют. Поэтому посмотрите, как правильно подходит к этому кардигану бренд «Заря». Предлагаю нам с вами вязаную вещь, теплую вещь, но тоненькую, очень-очень изящную. Давайте посмотрим сейчас на вязку этого кардигана. Я думаю, что очень многих впечатлит сейчас то, как он выполнен. Смотри, Оль, тонюсенький, да, совершенно. При этом какая плотность вязки. Посмотрите, вот она изнаночная сторона. Видите, какое качество безупречное. Вот, например, кстати, обращаю ваше внимание, переход цвета, да, а никакого шва, а никаких у нас здесь с вами лишних нитей. Все изящно, все очень-очень аккуратно. И в то же время я вам могу сказать, что сразу же обработка такова, что не вытянется у нас здесь с вами борт, не вытянется у нас с вами зона горловины. То есть такие кардиганы действительно носятся годами. Плюс ко всему, ну вот сейчас можете посмотреть на девочках, но ни одного лишнего сантиметра. Вот, то есть сантиметров лишних не добавляет. До 70 размера, дорогие телезрители. Как приятно накинуть на себя комфортный кардиган, немного согреться и получить удовольствие от своего нового элегантного образа. 1999 рублей цена только сегодня. Успейте сделать свою покупку. Знаешь, я еще обратила внимание, что вот прям такая ладненькая фигура, правда? Вот плечики, прям все как надо. Вот прям как вот хорошо, как моей маме бы понравилось, потому что у нее покатые плечи. А вот всегда так и хочется их немножечко подплечниками исправить. Ну вот особенно, когда прямые вещи мы выбираем, длинные прямые жакеты, длинные прямые кардиганы, конечно, хочется немножечко сбалансировать фигуры. Здесь все есть. Здесь есть подплечник, который позволит нам это сделать. Маленький, аккуратный, деликатный. То есть он нам с вами объема в плечах не даст, а даст немножечко возможность выпрямить плечевую зону. Вот он, посмотрите, совсем-совсем аккуратненький подплечник, который бренд «Заря» нам здесь с вами предусмотрел. Ну и, конечно же, переход цвета. Вот полосы, да, горизонтальные, которые очень многих смущают, которые боятся многие женщины, что они дополняют объем. Но смотрите, что здесь. Здесь ведь не одна широкая полоса, а здесь такой мягкий градиент, который уходит от более светлого к более темному. И темный, между прочим, у нас с вами на наших проблемных зонах, который их делает еще уже. Я больше чем уверена, руками такое создать невозможно. Правда? Это кропотливый труд. Только сегодня от бренда «Заря» цена 1999 рублей. Размер от 48 до 70-го. Безумно нежный кардиган, очень мягкий. Как его правильно стирать? Стираем дома. В холодной воде руками сушим, разложив на горизонтальной поверхности. Ну что ж, друзья, звоните и заказывайте. Такое предложение случается раз в год.